В субботу в Сургуте состоялся автопробег в поддержку действий российских военных на Украине. Организаторами выступили учебный центр ДСААФ и ветеранские сообщества. Как отметили сами участники акции, мероприятие прошло успешно. Организаторам было достаточно написать всего несколько сообщений в мессенджеры. И несмотря на выходной жаркий день, на призыв откликнулись несколько десятков человек. В автопробеге приняли участие офицеры и бывшие служащие самых разных родов войск. Морская пехота, ВДВ, пограничники, представители общества содействия армии, авиации и флоту, курсанты и юноармейцы. Я служил в 56-м десантно-штурмовой бригаде, город Камыша. Служил в Чечне, ветеран боевых действий. Сегодня автопробег, посвященный нашим бойцам, которые служат, выполняют воинский долг на Украине, защищают, как говорится, интересы России. Мы, если не физически, то как-то мы хотя бы морально, да, должны поддержать ребят, которые сейчас принимают участие в проведении специальной военной операции на территории Украины. Много ребят, с которыми я служил, те, кто прошли Северный Кавказ, сейчас там находятся, выполняют специальные задачи для того, чтобы фашизм больше не поднял свою голову и не расползся по территории России, по территории, ну, наверное, всего земного шара. Маршрут автопробега пролегал по улицам города. Событие привлекло внимание сургутян. Пешеходы и водители встречных и попутных машин приветствовали автомобили, оформленные флагами и соответствующей символикой. Торжественный митинг состоялся на площади у Мемориала Славы. К подножию памятника возложили цветы. Видеоматериалы с мероприятия организаторы планируют отправить в адрес земляков, сейчас несущих службу на Донбассе. Для них очень важно видеть, что их поддерживают и ждут дома. Участники автопробега считают, что подобные акции стоит проводить чаще. Оно показывает поддержку населения тому, что сейчас происходит. Вот. Чтобы те, кто там сейчас находится, понимали, что они не одни, что люди за них. Наш солдат бережет их граждан, бережет их солдат, бережет их дома, бережет. Это они бомбят по своим городам, они бомбят, а мы бережем наши сыновья. Наши братья находятся на Украине, наводят там порядок, и они наведут порядок, то эта поддержка очень нужна. С Сургута много ребят наших друзей, с которыми мы, десантников, уже там. Ребята, сил вам, терпения, здоровья, и возвращайтесь живыми обратно домой. Мы вас ждем.